Кто-нибудь может мне объяснить, почему каждый раз так происходит? Когда мы куда-нибудь собираемся, как сейчас, например, нам надо съездить с Костей в магазин и сдать обувь, которая ему не подошла. Целых две пары обуви. Надо уже выходить. Каждый раз одно и то же. Ребенок начинает просто тихонько сидеть и играть самостоятельно. Ге-ге. Че, бебечка? Мы же идем в магазин или не идем? Взял все свои машинки, сел и начал играть. Ну, мама тогда пойдет. Не знаю, что поделает. Итак, мы выздоровели с Костей благополучно. И я, и Костя. И сегодня понедельник, и мы уже отработали. Вернее, я отработала, а Костя уже провел целый день в садике. Сейчас мы находимся. Мы оба поработали, да. Сейчас мы находимся у врача. Такая отдельная комната. Я хотела, попробовала сменить детского врача, но, к сожалению, это не получается. Нам нужна справка для сауны. Да, Костя будет в сауну ходить в садике, да? Хочешь? Ну вот сейчас мы справочку купим, возьмем. И будешь ходить в сауну, оздоравливаться. Такую вот отдельную комнату. Прикольно, здесь такой врач. Комната есть для здоровых детей, как мы сейчас, которые пришли просто за справкой или, не знаю, на какое-нибудь обследование. И отдельные там еще комнаты для детей, которые простыли, приболели. Значит, я почему хочу сменить врача? Потому что у нашего врача, у которого мы регулярно обследуемся, находимся, детский врач нам заявил, что справочка для сауны будет стоить 17 с чем-то евро. У коллеги я узнала, что она платила 2 евро и 50 центов за эту бумажку, за эту справочку. Но это играть, Костя, для бебечков. Вон, можешь считать. И поэтому мы поехали сегодня сюда. Здесь всегда коллега со своей дочкой, то есть это их врач. Нам сказали, справочку нам дадут, будет стоить это 5 евро. Но 5 евро все-таки не 17. Совсем сверхнаглость за бумажку брать 17 евро, я считаю. Но постоянно здесь мы оставаться не можем, к сожалению, у этого врача. Так что вот такие вот дела. Сейчас возьмем справочку, будет в сауну ходить. Ты рад? Бибичкины игрушки. Как в садике сегодня было? Хорошо. Хорошо? Конечно, получили справку для сауны. Мы идем в магазин за конфетами, да, Костя? Да. Да. Какие ты конфеты хочешь? Да. Что это у тебя там в руке? Это справочка. Справочка. Сам брелочек. Брелочек, понятно. Ну, пойдем, какие конфеты хочешь, выбирай. Вода. Чтобы пить, но она с газиками, она колючая. Ты такой не любишь. Мама есть тоже. Такое? Нет, я тоже не очень. Я люблю без газов. А такую маленькую? Тоже нет. Ты же хотел конфеты, пойдем, пожалуйста. Такую? Плюс?
Пойдем булочки вон посмотрим. Такой? Нет, такой тоже нет. Это яблочки. Да, пойдем. Вот здесь что-нибудь хочешь? Смотри, огромная булка. А? Булочек. Подержи. Шоколадный донат вот такой хочешь, Костя? Не надо. Мама, покажи, Костя, что ты там получил за то, что у тебя терпения так много было у врача. Папа! Дай посмотрю, что это. Ой, донаты, пончики. Да. Сейчас будешь кушать? Ну давай, давай, откроет мама машину. Вкусненько? Угу. Ну слава богу, а себе я взяла вот такую вот булочку творожную. Очень люблю такие булки. Растипопа называются. Но я сейчас тоже очень голодная, поэтому съем ее. Сильно уж захотелось. И вот мы наконец-то уже дома. Наконец-то. Сегодня был такой длинный понедельник. Запарились немножко. Ну, по крайней мере, я. Мне кажется, Костя тоже уже устал. Пока мы эту справку получили, пока все это дождались. Я сегодня на работе себе купила вот такой вот кремик от фирмы Aven. Для тех, кто помнит, я рассказывала вам, что я выписала пару умывалок и пару кремиков скорее. Но пока они мне дойдут, это будет долгая песня. И дойдут ли они вообще, потому что это у меня такая проверка. Заказ-проверка был. И пока вот они идут, я себе взяла вот такой вот крем увлажняющий, от морщин, подтягивающий. Аптечная косметика, в общем, это у нас новая. Раньше у нас вообще не продавалось такого. Сейчас наконец-то до них дошло, что можно и немножко косметику брать в ассортимент. Почему бы и нет? Смотрите, какая классная упаковка. Я сначала думала, что она открывается, а потом увидела, что здесь есть вот такая вот пипка. И оказывается, ничего открывать не надо. Просто вот так вот давишь на баночку, и крем из этой пипки выходит. Начну сейчас пользоваться этим кремиком. Посмотрим, насколько он мне понравится для чувствительной кожи. В общем, для каждого типа кожи подходит еще. В общем, сегодня такой бешеный день. Все началось сразу с утра, потому что вообще-то будильник звенит в 6 утра у нас, но сегодня он не прозвенел. И проснулась я в 7:30. Костя спит, Кубик спит, никто меня не будет, на улице уже светло. Конечно, я в шоке и в панике соскочила и быстро начала собираться. Костя также быстро проснулся, тоже начал смеяться надо мной, что я бегаю, мечусь по комнате туда-сюда. В общем, слава богу, он начал тоже быстро собираться. В общем, в игру играть, кто первее из нас оденется. Костя, я, кто первее соберется и будет готов. Как показало сегодняшнее утро, оказывается, мы можем вставать с Костей не в 6 утра, а мы можем вставать с Костей в 7:30 и все еще успевать и в садик, и на работу. Правда, забегать туда в последний момент, но, в общем, не знаю, как так получилось, будильник не зазвенел. Вчера я его включила на всю неделю в одно и то же время. Каким-то странным образом, я не знаю сама как, он сегодня оказался отключен, будильник. Вот такие вот дела. Вот так началось сегодняшнее утро, сегодняшний день. Сейчас у меня есть полчаса свободного времени. Я вот думаю, погода такая хорошая, думаю, почему просто не погулять? Здесь парк рядом, я отдала свою машину, ей будут сейчас менять колеса на зимние. Свободных минуток, таких прям вот спокойных. Просто погулять и посмотреть на осень. Такая красота вокруг. А я каждый день в какой-то спешке. Постоянно куда-то бегу, спешу. Постоянно опаздываю, постоянно что-то надо сделать. И вот я решила просто ходить, погулять, смотреть. Ягоды такие, крупиха вроде, если не ошибаюсь. Пойду через дорогу.
Немножко замерзла. И пришла в строительный магазин. Сейчас посмотрю, что здесь есть красивое. Я уже дома, колеса переодели, но там отдельная история, я вам ее расскажу, наверное, уже в новом видео, в следующем, там не все так гладко получилось, но не в этом видео об этом. В общем, я хочу вам показать вот эту посылочку, которую я очень долго ждала. Это косметика, которая наконец-то дошла из Кореи, 4 октября я ее заказала, сегодня 19 октября я ее получила. Так что проверено, косметика из Кореи снова доходит, я очень рада. Наложили они здесь пробничков, накидали разных. Прополис, сыворотка какая-то с прополисом. Это тоже прополис. Это что такое у нас? Витамин С. Витамин С, он всегда липкий. Из-за этого он мне не нравится. Главное, мой заказик. То, что мне так давно не хватало, то, что я так долго ждала, это гидрогелевые патчи. У них очень приятный запах, я их уже выписываю второй раз. И вот именно вот от этой фирмы мне патчи очень нравятся. Наконец-то, я снова могу это заказывать, я так скучала. У меня здесь пенка для умывания, такая огромная банка с муцином улитки, здесь целых 170 миллилитров, и она, в общем, такая кремовая, для тех, кто не знает. Сейчас я вам ее покажу. Ее взбиваешь с водой, и получается очень-очень много пены. Она очень экономная, надолго хватит этой банки. Ваня у меня здесь с ацеролой, в общем, тоже 170 миллилитров от этой же фирмы. Эта фирма мне очень нравится. Они изменили, кстати, свой внешний вид банок. В общем, взяла себе две пенки и одно гидрофильное масло. Буду смывать косметику им. Такое вот очищающее масло. И кожа не сушится. По-моему, оно чуть-чуть протекло. Какая-то, да, по рукам даже видно. Маслянистая баночка стала. Ну, ничего страшного. Немножко вытекло, но самое главное, что оно до меня дошло. Смотрите, что творит кубик. Уже лезет в посылку, в коробку. Как он любит коробочки. Это ужас. Чё там кубик? Издалека, да, коробочка это пришла к нам. Корейцы запаковывали. Пахнет, что ли? Почему-то я думала еще, что я заказала себе крем какой-то. Но, видимо, нет. Видимо, я забыла. Вообще-то, кубик, что ты там роешь? Вот что ты там роешь? Чего ты там ищешь? На этом сегодняшнее видео я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Чего ты там ешь? Чего ты там ешь? Ну-ка, дай сюда. Кубик. Что-то сожрал. Вот вы посмотрите на него. И пошел. Ты что сожрал? Что ты там сожрал? Что ты сожрал? Ну-ка. Все, всем пока. Надеюсь, кубику плохо не станет. По-моему, он что-то сожрал. Нет, выплюнул. Вот это вот он. Пожевал, пожевал и выплюнул. Не понравилось ему.